Вау! Как оно получилось! Оно такое классное! Привет, ребята! Вы на канале «Играем в куклы» Сирочка Инфо. Сегодня я своими куклами будем делать из йогурта Данонино мороженое. Вау! Ничего себе! Первый раз вижу! А вы, мои малыши? Сегодня мы сделаем из йогурта Данонино с Дино мороженое. Я знаю, что малышам не очень можно мороженое, но чуть-чуть можно попробовать. Ведь потом, когда они подрастут, они не смогут кушать мороженое, потому что они не привыкли к нему. А, ну это именно вкусное Данонино, и здесь... Да, и полезное. И полезное, очень полезное. Здесь я прочитал до этого ингредиенты. Здесь да. Очень полезное для детей. И тут палочки, три палочки. Одна оранжевая, одна зеленая и одна фиолетовая. Нам должна попасться одна. Посмотрим, какая нам попадется. Нам очень интересно. Давай быстрее откроем, посмотрим. Да, открываем. Давай. Смотрим. Посмотрим, какие вкусы у нас. Вот и палочка. У нас оранжевая. А, вот. А что, одна палочка только? Да, одна палочка. Ко всему мороженому. Тут 4 йогурта. Сейчас мы ее откроем. Сейчас я открою вам. Как я не понял, что сделаем только одну мороженую, получается? Нет, потом мы съедим мороженое же, да? Ага. И ставим другое мороженое. А, только одна палочка? Да. Тут есть 2 банана в их мороженое. Вот и Дина нарисован, если видно. Где нарисован? Вот, видишь? На этой. Нет, не видно. Не видно? А вот тут лучше видно. А, вот так видно. Вот так видно. Так видно? Да, а да, вот да. И 2 черничных. Ну, покажи так спереди, с чем они? Вот. Тут не показано. А, не показано, вот да? Тут показано банан и черника. Как я и сказала. Ага. И здесь получается 2 банана, 2 черника, да? Да, 2 чернички. Я думаю, девочки хотят бананчики. Я права? Да! А ты черничку. У тебя даже вот костюмчик тоже синенький. Как черника. Как черника. Открываем. 3, да? Давай открываем. Вот так? Так, а как я так и не понял, доча? У нас одна палочка только. Как открываем? 3. Сначала мы ставим в одно мороженое, да? А, и потом? Да. И потом мы попробуем... Давайте попробуем 2 мороженого. Сначала сделаем одно, а потом второе. О, классная идея! И девочки будут одну кушать, потому что много нельзя. Сделаем сначала первое мороженое, а потом второе. Вот так вот. Так что, открывай, покажи. Открывай. Как. Делаем сначала банановое, да? Ну, покажи, как оно выглядит. Она такая полубелая, полужелтая. Ну, естественно, для нас банана. Да. И сейчас что дальше надо делать? Я, честно, ставим, не знаю. Ставим палочку, так, смотрим, как. Вот так. Ставим палочку. Ага. И сейчас что надо делать? Поставить ее в морозилку. А, и потом она, когда будет готова... Мы ее вытащим, и будет мороженое. А, все, сейчас я понял. И потом дадим сделаем пробовать всем. Да. Хорошо. Все, тогда ложим ее в холодильник? Ложим. Все, давай. Мы достали мороженое с холодильника. Сейчас мы посмотрим, какое оно получилось. Вау! Так настоящее мороженое. Да, так аппетитно выглядит. А интересно, на вкус как оно? Сейчас мы попробуем. Я думаю, да. Я приготовила ложечку и по чуть-чуть буду давать моим малышам. И здесь что, вкус банан? Да, вкус банана. Я думаю... А ну покажи, что осталось там. Так. А ну? Вот она пустая, да? Да. Мисочка наша. Ну там немножко осталось. Ну немножко, да. Вот. Классно, у нас получилось. Да, у нас получилось мороженое. Вау! Посмотрите, детки какие радостные. Да, они думали, что не получится. Вот, получилось. А ну покажи еще раз.
Сейчас вот смотрите, покажу. Парочка здесь специальная. Она вот. Уже подтаяла. Уже тает чуть-чуть. Ну, у нас такая жара на улице. Да. У нас 30 с чем-то градусов. Очень жарко. И она быстро тает. Ну, это хорошо, когда она чуть тает, она не такая холодная будет для них, для детишек. Да? Начинаем пробовать? Ну что, Уляш, Сережка, Амеленька, хотите пробовать? Вот я сверху беру, там и лед есть даже. Давай. Так, по чуть-чуть. Нямка! Обедение, правда? Вкусно? Вкусненько, да. Мороженое получилось? Получилось! Вкусно? Да? Самое главное, что вкусно. Самое главное, что вкусно. Ну и красивое вышло. Мы около часа ребята держали в морозильнике. Да, а потом в холодильник выставили? Чуть-чуть, да, чтобы она да. хорошо получилась. Да. А ну, Сережка. Вкусняшка. Да? Нужно тебя выдрать, мой маленький. Испачкался. Вам понравились? Как у нас Амелинка очень маленькая, ей совсем чуть-чуть мы дадим попробовать, да, Амелинка? Да, моя сладкая? Ей даже годика еще нету. Всего лишь 10 месяцев. Ну, чуть-чуть надо дать попробовать. Да, попробовать. Вот. Вот столько я дам. Амелинке? Давай. Все, Амелинка, ты готова пробовать? Нямка! Ням-ням-ням? Ням-ням-ням? Амелинка, ням-ням-ням, да? Тебе понравилось? Мне кажется, Сережка и Уляша еще хочет. Еще? Да. Вы хотите еще? Давай еще. Смотрите, Уляша, как, когда услышала, что еще даже улыбается. Няма-няма. Как эти миньоны. Няма-няма. О, у нас банановое мороженое. Как они. Она банана. Очень, она очень полезная. Да, банан очень полезный, кстати. Так. Не мороженое, я имел в виду. Там и банан, и... Да. И даже йогурт очень полезный сам. Сережка. Дегустатор наш. Вкусняшка, правда? Вкусняшка. Амелинка, я тебе еще чуть-чуть дам, а ты такое смотришь. Совсем чуть-чуть, хорошо? Так, самую тепленькую дам тебе. Вот, опа! Очень маленькая. Уляша уже хочет играться. Да, Уляша уже устала. Уляша хочет играть. Так, Амелинка. Нямка-нямка. Вкусняшка. Ой, как нравится нашим малышам. Вытери ротики. Да. Аккуратненько. Всем вытерем ротики. Так, Уляшки. Сережки. Мои манюсенькие. И Амелинки. Вот и все. Вкусное мороженое было. Я думаю, да. А сейчас ты хочешь попробовать, нет? Да. Я думаю, что да. Так. Вау. Оцени свой труд. Да. Ты же вот. Ее приготовила. Да. Он такой вкусный. Один банан. Банан бананом. Банан? Да. Прямо чувствуется банан, да? Да, это не мороженое, это банан. Знаете, такие морожки? Банан и кожица у них желейная. Это очень вкусное мороженое. Вот это похоже. А там еще какие вкусы были? Там еще была черника. А, черника была, да? Да, черника, я думаю, тоже вкусная. Но это уже им вечером дадим. Да, вечером попробуем. Они попробовали сейчас бананчик. А вечером будут... Сперва надо доесть это, потому что там только одна палочка, да? Да, только одна палочка. Доесть эту, помыть палочку и сделать заново другую уже. Да. С вкусом черники. Ну что? Мои деточки. Котлеточки. Конфеточки. Конфеточки. Лучше конфеточки. Они обожают конфеты.
Сегодня вы попробовали банановое мороженое. Ну что, вам понравилось? Первый раз в жизни вы кусали мороженое сегодня. Такое у него. Такое, да, с йогурта. Необычное. А вы, ребята, пишите, вы делали такие мороженые дома? Да, или нет? Если да, какие вкусы вам нравятся? Да. И какое вы сделали? Да, если и вы... получилось ли у вас или нет? Да, у нас... Получилось. Получилось. Да. Получилось. Вот она уже, тает? Видите, тает. За 5 минут буквально вот она тает, тает, потому что жарко. Ее нужно поскорее съесть. Да. Да. Хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Играем в куклы с Ирочкой Инфо». И на канал «Ирочка Инфо» на румынском. Кому интересно, смотрите там, как Ирочка на родном языке разговаривает. Да. С папой вместе. Угу. Хорошо. Мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.